И всем привет, ребята, с вами Вики Ви. Добро пожаловать на мой канал. Да, ребята, меня опять не было месяц, но за этот срок я довольно-таки хорошо подготавливалась, настраивала себя на такое видео, потому что это видео очень-очень серьезное, потому что мы будем вывешивать плакаты. Всем приятного просмотра, надеюсь, вам понравится это видео, потому что я готовилась к нему, ну, очень долго. Поэтому, я думаю, у нас получится две или три даже части, ну, там посмотрим, потому что довольно-таки много плакатов. И еще плюс диски. Сейчас я вам покажу плакаты, потому что диски вы уже видели. Если вы не смотрели прошлое видео, то обязательно его посмотрите, потому что там как раз-таки я показываю диски. Итак, ребята, поехали! Итак, ребята, с чего мы начнем? Это маленькие плакаты, вот такие вот. Их много. Кажется, 13 штук или 14 штук. Вот, вроде бы это формат А5 или А6, но, скорее всего, А5. Вот такие вот классные, все в инди-кид стиль, потому что, как видите, я сегодня сама инди-кид полностью, да, кстати, с предыдущего ролика Мишка Гамми, и вот такие вот красивые заколочки, крабики. Да, ну, в общем, вот такие вот плакатики маленькие, мне они очень нравятся. И да, кстати, я здесь тоже должна быть где-то тут. Оп, смотрите. И еще где-то сейчас давайте найдем. И еще вот. А теперь я покажу вам большие плакаты А4. Так, ребята, а сейчас я вам покажу А4 плакаты. Вот такие вот А4 плакаты большие. Инди-кид, соответственно. Ну, в общем, что-то типа такого. Этот плакат вообще какой-то наркоманский, потому что тут какие-то грибы. Грибы-мухоморы. Ну, в общем, как-то так. И сейчас вот эти вот прекрасные плакаты мы будем с вами вывешивать. Сейчас мы будем вывешивать плакаты, но перед этим минуточку вашего внимания. Видео вы увидите мою светодиодную ленту, поэтому я вам покажу все ее цвета, и вы ее оцените. Давайте приступать, только заправим сюда одеяло, чтобы плакаты не падали за кровать. Итак, ребята, первым делом мы будем вывешивать диски, потому что мне так захотелось, я не знаю почему. Вот. И все мы, кстати, будем вывешивать на кнопки. Если вы еще не понимаете, как я буду вывешивать диски на кнопки, то сейчас вы все увидите. Так, ребята, мы начинаем. И первый диск у нас это вишенки. И вишенки у нас будут вот здесь вот. Поэтому начинаем. Берем вот так вот и прикрепляем вот сюда. Страшно, страшно. Мы не знаем, что это такое, но если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое, или как там. Ай, да ладно. Так, прикрепляем. Надеюсь, ничего здесь не оторвется. О, посмотрите! Вообще, круто же вписалось, ребят. Мне кажется, вообще идеально. И так вот с каждым мы проделаем, и вот здесь вот еще будут висеть, и вот здесь вот. Ладно, давайте меньше говорить, больше делать. Итак, далее второй диск, это смайлик. И он у нас будет висеть вот так вот. Поехали. Так. Ох, как сложно стену тут продавить.
Да, это еще не так-то легко. Ничего страшного. Или как там? Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Тяу-тяу-тяу-тяу. О, смотрите, кстати, вы знаете, еще можно вертеть. Ладно, давайте не будем так делать, а то что-нибудь сейчас это случится. Да ё-моё. Страшно. Ну так. Ну вот, вроде бы красивенько, да? Да. Так. И погнали дальше. Следующий диск это грибы мухоморы. Следующий диск это радужный. Итак, как я уже и сказала, следующий диск будет радужным. Теперь еще 4 диска, да, их всего же 8, 4 здесь, еще 4 тут. И еще 4 мы сейчас вот сюда будем вешать. Так, давайте приступать далее. Это у нас диск с радугой. Сейчас мы будем его вывешивать. О, смотрите, ляпота получается. Да. Далее это вот этот вот диск. Самый первый. Представляете, ребята, я только сейчас догадалась, что можно сразу не брать диск. Можно просто прикрепить сюда кнопку и на кнопку повешать диск. Меня это только сейчас допёрло. Капец. Итак, далее у нас Хелло-Китти. Далее диск с цветочками. Это последний диск. Еще раз с дисками мы закончили. Мне кажется, вообще красиво получилось. Да, не переживайте, я потом чуть позже покажу еще ближе. А пока что мы будем начинать с плакатами. Итак, ребята, теперь наши плакатики. Возьмем вот этот вот маленький плакатик. Я его обрезала немножко, потому что там был лишний контур. Вот, поэтому вот такой вот он маленький получился. А маленькие плакатики А5 я буду вывешивать в разные стороны, то есть не вот так вот, а прям в разные, по-всякому. Поэтому первый пошел, это наши кроссовки с бусинками дикие. Так, будем сюда вот. Здесь опять немножко подвинусь. Сделали, ребята, вот так вот получилось. Круто. Так, диск сейчас упадет. Я сейчас его поправлю, и мы будем приступать дальше. Итак, давайте приступать. Я уже камеру поставила чуть-чуть выше, потому что мы переходим повыше, уже повыше. Вот. И следующий плакатик это у нас смайлики. Поэтому погнали. Берем кнопку и вот сюда, наверное, да? В принципе, нормально, можно вот так вот. Могут казаться странными, но это на комментарии такие. Так, ну, в принципе,
Вот. Вы, наверное, отсюда плохо видите, но я вам потом все покажу. Итак, давайте приступать к следующему плакатику. Теперь мы будем лезть еще выше. Да. Ну, в общем, следующий плакатик это у нас вот такой вот. Это как раз-таки комната моей мечты. Ну, мечта сбылась. Мечты сбываются. И не сбываются. Ладно. Так. Итак, ребята, я подняла камеру еще выше, и вы уже видите светодиодную ленту. Ну, конечно, вы ее видите там наполовину, но сейчас как раз-таки я вам покажу все цвета светодиодной ленты. Так, поехали. Вот он пультик. А сейчас у меня горит, кажется, темно-фиолетовый, мой любимый цвет. Неудивительно так. И поехали. Красный. Зеленый, синий, белый, оранжевый, бирюзовый. Вот такой вот какой-то интересный цвет. А еще вот такой вот. Просто тут много разных оттенков. Да. Вот мой любимый цвет. Еще вот такой вот желтый. Такой. Это уже ближе к розовому. Эй! Желтый, ну это прям совсем желтый. А вот такой вот яркий, аж глаза режет. И розовый. Так, ну оставим, наверное, мы... А оставим мы никакой цвет, мы оставим все вместе. Пати. Ладно, давайте уже приступать, да? Так, поехали. Теперь у нас вот такой вот еще один последний маленький плакатик. Вот такой вот, это наркоманский, извиняюсь. Так, ну, начинаем. Я хочу вот сюда вот выше, не знаю почему, но так хочется. Так, немного... Ступим отсюда, ну вот так пойдем. И поехали. Ё-моё. Я испугалась. Я думала, клюква куда-то улетела. А хотя она и так улетела, вы видно, что не видите. Кнопка, короче, у нас улетела. Блин. Решила полетать. Ладно, сейчас я ее найду. И мы начнем. Так, ребята, вы сейчас... Не представляете, насколько мне страшно, потому что эта кнопка сейчас где-то у меня в одеяле. Я могу на нее легко наступить. Ох, надеюсь, я на нее сейчас не наступлю и не случится какой-то погром. Я, короче, заснимаю сейчас свой страх от кнопки, и я такая смотрю, что камера выключилась почему-то. Я, короче, уже сама повешала этот плакат. Я, короче, такая вешаю, с вами разговариваю. Оказывается, камера-то выключена. Ладно. Это хорошо, что мы уже и так его повешали. Ну, я повешала без вас, потому что камера была выключена. Ну ладно, ничего страшного. И сейчас мы уже начнем с других плакатов. Так, ребята, я все перехожу еще выше, выше и выше. Сейчас у нас будет вот такой вот плакатик, какие-то бусинки, самодельный индикит, и будем их вывешивать вот сюда. Прекрасно. Да, берем кнопку. Аккуратно, потому что... Дальше. Следующий плакат это буду я. Вот она я. О, теперь будем вывешивать его вот сюда.
Круто. Так, ну давайте смотреть дальше. Так, следующий плакат это вот такой вот. Там вкусный мармелад крепит. Я тоже хочу теперь кушать. Ладно, засниму для вас видео и пойду кушать. Я же ответственная, Вика. Так, ребята, погнали дальше. Дальше у нас вот такой вот красивый маникюрчик. Очень красивый маникюрчик. Маникюрчик от Indie Kids Style. Так, я уже перемещаюсь потихоньку сюда, потому что здесь мы заканчиваем уже почти. И будем вешивать маникюрчик вот сюда примерно. Итак, поехали дальше. У нас радужное сердечко далее. Так, погнали вот сюда вот крепить. Если честно... Вот. Пока что так получается. Надеюсь, вам нравится. Погнали дальше. Итак, теперь у нас вот такой вот плакатик с какой-то девушкой. Будем ее сюда крепить. В принципе, тут место еще есть. Поэтому будем крепить сюда. Протыкаем эту девушку. Ладно, ладно. Я же на самом деле добрая. Вы что так? Не думайте обо мне, что я такого. Поэтому давайте что дальше. Итак, теперь у нас картинка. Скейт. Скейт-картинка. Она не такая яркая, но все равно это инди-кит-стиль. Поэтому вот сюда вот ее давайте. Теперь у нас вот такой вот плакат с браслетиком интересным. Будем его крепить вот сюда. Извините, что я немножко из кадра выхожу. Надеюсь, вы не будете злиться на меня. Так. Погнали. Да, это я. Поэтому меня будем куда-нибудь на видное место крепить. Так, только вот куда, если честно, уже не знаю, потому что уже везде все занято. Ну, можно вот так просто. Да вот. Так, теперь будут А4 плакаты. Это, мне кажется, последние уже наконец, потому что я уже просто не могу. Просто реально уже не могу. Поэтому давайте сейчас выберем один А4 плакат и его будем крепить. О, здрасте. Да, я могу свалиться, но надеюсь, такое не произойдет, потому что будет очень жестко, ребята. Будет прям очень жестко. Вот. Ну, в принципе, стул я поставила, поэтому надеюсь, все будет хорошо. Вашему вниманию выступает Вика Акробат. Так, я надеюсь, сейчас не завалюсь. Если я завалюсь, то, наверное, прям на камеру. Так, ладно. Начинаем. Ой, я себе ткнула кнопкой. Уже не очень хорошее начало. Так. О, ребят, я встала. Поддержите меня лайкосом обязательно. Так. Все хорошо. Так, теперь только осталось только отсюда слезть.
Воу, я слезла, поэтому не переживайте. Со мной вроде все хорошо. Итак, я немножко подвинула стул вот в эту сторону, чтобы это тянулось. Поэтому так аккуратненько залезаем. Так, залезла вроде. Ох, все хорошо. Просто первый плакат было гиперсложно, да? Так, ну, вроде бы. Так, пожалуйста, аккуратно так. Да вроде бы как все нормально, да? Наверное. Так, теперь я сюда аккуратненько опять слезаю, чтобы не убиться. Оп! Погнали. Теперь у нас вот этот вот плакатик. Бешеные подсолнухи. Или что это, цветочки? Ну, они реально какие-то наркоманские бешеные. Так. Прям как я. Так, аккуратно. О, я уже без поддержки прям сюда запрыгиваю, знаете, так, как коза. Дереза. Так. Вот так вот. Хорошо. Вот так вот. Блин! Кнопка упала, ребят! Тихо-тихо. О, я-то здесь. Привет. Поехали. Оп. О, залезли. Это хорошо. Так, крепить будем сюда. Вот так вот. И поехали. Мне плакат приклеился. Ладно. Давайте я его без камеры прикреплю и вернусь к вам. Итак, ребята, это далось мне нелегко, но я все-таки прикрепила их. Ура! 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 Ах, да, немножко голубой плакат получился несимметрично. Ну да ладно. Если что, я потом еще один А4 распечатаю большой, приклею и прикреплю вон туда. Потому что они что-то сюда вот съезжают. Вот так уж получилось. Не вините меня, пожалуйста, потому что это реально было сложно. А, вот. И сейчас, ребята, я посмотрю, если у меня сейчас еще остались самодельные маленькие плакаты, то мы их сейчас сразу с вами и повешаем. А если их не осталось, то тогда мы их не будем вешать. Так, у меня остались вот такие вот два самодельных маленьких плакатов. Я их сама делала, я не помню когда, потому что я думала тогда, что я не буду распечатывать, я лучше сама их сделаю. Но это оказалось очень муторно, поэтому я пошла и распечатала их. Но все равно я хочу вот эти вот прикрепить, они реально классные, поэтому сейчас куда-нибудь я их прикреплю, а потом вам уже покажу итог. Итак, ребят, я прикрепила самодельных два плакатика. Вон там, вон он, вон, видите, вот он, оранжевый там. И один вот. Как-то так. Поэтому, если вам понравилось, то, пожалуйста, оцените в комментариях. И вот что, ребята, у нас с вами получилось. Надеюсь, ребята, вам очень понравилось, потому что я очень сильно старалась.
вот это выглядит издалека. Я надеюсь, ребята, вам очень сильно понравилось, потому что я очень сильно устала это все крепить. Прям капец как устала. Ну, я надеюсь, вам реально понравилось это, потому что это стоит поддержать лайком. Да. Вот так вот еще раз вам покажу. А потом посмотрим, может быть, я еще какой-то декор найду, там лианы искусственные или еще что-то. И потом посмотрим, и я, наверное, выпущу вторую часть. Ну, я надеюсь, вам понравилось. С вами была Вики Ви. Ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока-пока.